Анонс и дата выхода 16 серии нового российского сериала «Условный мент». 16 серия сериала «Условный мент» выйдет в понедельник 11 ноября на 5 канале. 11 серия «Крупный улов». Рыжов с Герой едут на рыбалку и неожиданно находят на берегу девушку с ножевым ранением. Она работает в массажном салоне «Фронтера», владельца которого Ворон пытается выжить из района. Может быть, девушка – жертва передела собственности. Напомним, в сериале «Условный мент» Рыжов верен собственным принципам и живет по чести. Место в уголовном розыске досталось ему после отца, погибшего при задержании преступника. Дмитрий использует разные методы достижения справедливости, даже силовые. Вступая в бой, за порядок всегда побеждает. Правда, его безупречную репутацию подпортили недоброжелатели. Парня подставили. Он отбывал наказание за превышение полномочий. Освободившись, он понимал, что уже не сможет вернуться к прежней работе. Жажда доказать несправедливость обвинения не покинула бывшего опера. И он надеется добиться правды. К счастью, в его жизни появился надежный друг Арина, для которой честь, совесть и достоинство на первом месте. Капитан полиции Гордеева никогда не остановится на пути поиска правды и справедливости. В микрорайоне, который недавно перешел под ее ответственность, творится беспредел. Всеми злачными точками здесь заправляет Веня Ворон, местный авторитет. Напомним, 16 серия сериала «Условный мент» выйдет на 5 канале 11 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.